Друзья, всех приветствую на канале Boston Technic. В продаже у нас пресс-подборщик тюковый. Модификация у него АП-400 92 года выпуска. Полностью исправный, обслуженный, дефектованный. В России не работал, прямиком из-за рубежа. В чем прелесть этого подборщика? Система подачи тюков у него. Вот она какая. Она гидравлическая. Здесь резиновые направляющие. Тоже в отличном техсостоянии. Гидравлические подают тюки, прицеп или в кузов автомобиля, куда вам удобно. Дышло целое, карданы целые, гидроцилиндры на подающем целые, на подборщике тоже все целое. Не новый, понятное дело, но, по крайней мере, в отличном техсостоянии. Снять его полностью вокруг нет технической возможности, потому как он припаркован плотно к стенке. Но это не важно. Главное, что он рабочий. Поэтому всем, кому интересна данная техника, пишите нам, звоните. Работаем мы в кредит также и с любой формой оплаты. Всем успехов, будем рады слышать ваши звонки.